Ну что? Шума. Доброе утро, Григорий. Ну-ка, одень маску. Давай я сделаю. Мери маску. Гриша купил себе, ну не маску, трубку, да? Уже она такая получше, с гнутой вот этой штучкой. И перед садиком для хорошего настроения смотрит компьютер. Да, сынок? Пошли пить чай? А, что происходит, ребята? Ты пристегивайся тогда, друг мой. Афанасий, давай, пожалуйста. Ну так, не надо драться, пожалуйста. Садись просто к нему. Успокойся, Афоня. Афонь, давай, давай, садись. К нему и все, что он сделает? Съест их, что ли? Твои печенье. Афоня улыбнулся и дал Антону. Иначе сейчас мама их заберет совсем. Мам, забирай, потому что они не могут. Там кобячки дела. Мама, ты знаешь, где Мишин садик? Знаю, а ты знаешь? Да. Красавчики. Меня тетя Лева, когда забивала. Сегодня Степа, гляньте, сколько кабачков насобирал. Пойди туточек кормить. Я сейчас выберу, чтобы пожарить. Класс. Целая тачка. И вчера тоже ж были, да, Степа? Вчера тоже были. Да, еще огурчиков 10 штук вот поделил. Себе 5 и нам 5. Тоже уже свои. Вот огурцы первый раз, а кабачки, наверное, вчера или позавчера были первый раз. Так, до обеда сейчас 10. Пойду готовить я обед. Мы повязали петрушку немножко и немножко щавля. И сейчас пойду готовить обед. Но прежде нужно заложить стирку. Сейчас еще по дому пойду пособираю за пацанами все. И все, и надо придумать, что приготовить. Смотрите, сейчас монтирую влог. Вдруг кто его не смотрел, как приезжала к нам Олесина мама. Олеся сама. Мама и Николай Николаевич. Вот. Олеся, мама, и вот там вот Николай Николаевич. Посмотрите. Очень, очень сейчас милая парочка такая, я бы сказала. В общем, привет вам. Все, решила все-таки смонтировать видео. И только теперь буду готовить обед. Так, у меня был кусочек мяса. Это лопатка была. Вот здесь две косточки. Я их убрала. Здесь у меня как гуляш. Порезала. Сейчас обжарю. Хочу такой, как соус с овощами сделать. Для начала обжарю мясо, достану его. И потом добавлю сюда морковку, лук, кабачки и капусту. И потом добавлю опять мясо и все потушу. Не знаю, слышно ли меня, потому что здесь все шкварчит. Ну что могу сказать про рагу. Вот в таком оно виде будет ждать газа, потому что газ закончился. Представляете, не хочу его добавлять, класть в духовку, готовиться, потому что... Хочу его сделать именно с капустой, с кабачком. А, короче, вот так вот. А уже едет мой муж. ЧП сейчас будет ругаться. В общем, мой муж на меня обиделся, поэтому я уезжаю. Буду сейчас еду к родне. В общем, раз у нас нет газа, мне нужно сделать пряничное тесто, буду его делать у родни. Взяла здесь с собой все, здесь уже все отвесила, отсыпала. Сейчас поеду. Что тут попугайчики? Ничего, раскидывают корм. Трещат? Вы трещите? Не хотят, размножаться не хотят. А ты для размножения это домик, да? Конечно. Я думала просто им там жить. Ну что, я готовлю ужин. Уже обед отменился. А здесь все мясо, морковка, которые не дожарились. Из-за того, что закончился газ, все-таки буду это все запекать. Еще добавила молодую картошку, кабачки. Немножечко полью оливковым или каким-нибудь там маслом. У меня есть еще виноградные косточки. Посолю, поперчу. Все это запеку в духовке. Добавлю еще чеснок. Вот Антоха мне принес. И
Все, будет классный ужин. Такой рагу. А, еще лучок. В общем, красота. Перебазировалась вся в духовку. Вода такая манящая в бассейне. И кто-то тут уже плавает. Пчелка. Вернее, оса. Я сейчас пойду помогать родителям на морковку. Пока готовится наш ужин, пойду помогу мыть. Я могу мыть? Или обрезать пока с мамой? Ага, давай. Включаем YouTube. Сейчас с мамой будем вязать морковку. Теперь, сейчас я Любу Киев-то включила, там у нее прямая трансляция была. Отправляют жить Валеру уже, брата Валеру куда-то. Куда? Ну, не знаю, сейчас послушаем. Я что хотела сказать, что теперь буду смотреть YouTube, а не новости, да? А то мы сегодня включили новости, что сын зарезал свою маму. Я как-то... Ой, нет, включилась что-то, не прямая трансляция. Ну, в общем, короче, новости теперь мне смотреть не хочется. Лучше будем смотреть YouTube. Там все как-то повеселее у народа, да, чем по новостям. Мы повязали, значит, морковку. Гриша спит, да. Морковку повязали и хрен. Вот такие вот пучки просто хрена, потому что мне кажется, что уже у всех пошли огурцы. Нужен теперь хрен. Антоха, первый дегустатор моего неудавшегося обеда, который перешел на ужин. Ну как, горячо? И сметана закончилась, да? Как раз когда она нужна? Я нет, а когда не нужна? Да. Сколько ты собрал? Ага, это уже малинки ты нам насобирал. Спасибо, сыночек. Катер купили? Настоящий, я надеюсь. Или пока только игрушечный? Мама. Это что, пятница сегодня, Афонь? Мне еще не было. Ты сегодня маму куда поедешь? Не знаю. Папа его усовершенствовал, да, папа? Папа с детства. Уже ему нравится с детства. Ломать игрушки? Не ломать, а играться. А, играться? Угробили. Угу, угробили твой катер, да. На таком бы... Дайте маме малину. Угу. Хорошо. Ряда я уже не пошел, потому что жарко. Да? Стало. Угу. Вот сюда, сынок. В школу уже пошли. На площадку, где у Гриши карате. Ты что, хочешь птичку поймать? Да. Ну и как? Она не хочет? Это малыша, она не умеет летать. А, ты думала, она еще не умеет летать даже? Да, не умеет. А она все-таки умеет. Что ты делаешь, Афось? Петь качать. Ну и как? Покажи, как надо качать пресс, сынок. Давай. Вот опа. Умница. Ну и как, хорошо? Уже на кану покажи свой пресс. Только нету еще кубика. Нету? А где кубики? Сынуля, а где кубики?
Диана, Матвей. Потерялись? Слазь. Афоня, когда закончится... Афонь, когда закончится карате? Не знаю. Ты уже позанимался? Нет. Все? Давай один и поехали домой, хорошо? Нет, Афонь.